Итак, ребята, сегодня у меня будет такое совсем необычное видео. Вот, я долго думал, записывать его или нет, а тут такая оказия со мной случилась. Дело в том, что я заболел. Заболел, простыл, причем так простыл, сильный насморк. Сейчас и кашель, сейчас, наверное, кашлять тут буду в эфире. Вот. А температуры нет, зараза. Температура выше 37 не поднимается. И поэтому, наверное, мне все-таки... Может, и дали бы больничный, но мне так не хочется ходить по этим всем врачам. Поэтому я отработал эту неделю. Сегодня у нас 25 августа, суббота. И, по идее, я должен был бы поехать вместе с Маргаритой, со своей женой, на дачу к ее родителям. Но я не поехал. Рита поехала одна. Я остался дома. Значит, эти два выходных буду сидеть дома. Субботу и воскресенье, сегодня и завтра. Никуда не буду выходить, буду лечиться, отлеживаться, как говорят в народе. Чтобы все-таки не ходить не на больничный, а с понедельника пойти на работу. И, естественно, раз я эти два выходных буду сидеть дома, то никакого влога я снять не смогу. Запустить квадрокоптер я тоже не смогу. Вот сижу я дома, и чем же я занимаюсь, ребята? Чем я занимаюсь? Вот пришла мне в голову такая мысль показать вам, чем я занимаюсь. Я, ребята, зарабатываю деньги. Зарабатываю деньги в интернете. Тут, конечно, я много не заработаю, но так, ради прикола, решил вам показать. Есть такая вещь в интернете, которая называется буксы. Буксы. Вот самый раскрученный букс – это SEO Sprint. Я тут давно зарегистрирован. Вот, кстати, тут можно раскручивать и свои, значит, и сайты, и каналы на Ютубе, и группы ВКонтакте. Вот. Но для этого надо платить людям деньги. А такие люди, как я здесь ничего не раскручиваю, я только зарабатываю. А такие люди, как я, будут зарабатывать, ваши деньги забирать и тем самым помогать вам в раскручивании ваших, значит, контентов. Сейчас просто хочу показать, как я это делаю. Я не уверен, вообще это законно или нет. Но тут вроде никакого закона я не нарушаю. Я не в том смысле, что законно или нет, а в том, что одобрит ли еще этот ролик YouTube. Может, меня заблокируют, скажут, ты тут что-то незаконное распространяешь. Хотя, в принципе, ну, заблокируют так заблокируют. Итак, букс такой, SEO Sprint. Вот такая у него, значит, такой интерфейс у него. Тут надо зарегистрироваться. Я уже зарегистрирован. И кто нет, я ссылочку оставлю в описании. Регистрируйтесь. Много здесь вы не заработаете, но в принципе вот мои подписчики, мои зрители, очень много среди них школьников, студентов, людей, которые еще не зарабатывают, не ходят на работу, не имеют даже профессии. Вот. И чтобы вам, допустим, не просить, не клянчить у родителей денег хотя бы себе на сотовый телефон, на сотовую связь, здесь прекрасно можно заработать себе небольшие деньги. Ну, не на мороженку, допустим, ну, на мороженку. Ну, но я вот считаю, что обеспечить свою сотовую связь, оплатить, вы можете спокойно для этого заработать здесь деньги. Ну, ладно, хватит болтать, давайте входим. Я здесь уже зарегистрирован, вот мой email, пароль. Здесь просто вводим капчу, я не робот, и входим. Все, вот появилось уже, вот я Владимир здесь. И вот мой баланс, 25 рублей у меня тут есть. Я говорю, много не заработаешь, я их заработал где-то, ну, я сюда захожу довольно редко. Так, по чуть-чуть, когда нечего делать. Вот, тут, значит, вот это виды заработков. Серфинг сайтов, чтение писем, прохождение тестов, выполнение заданий. Но это уже конкурсы от реферала, это не то. Самое простое — это серфинг сайтов. Они, правда, здесь не всегда бывают, но вот есть. Вот смотрите, вы кликнули серфинг сайтов, появилась такая штучка. Вам за это всего дадут 3,5 копейки, ребята. Но тут ничего вообще делать не надо. Просто вот кликаете сюда, умножитель денег. И посмотрите сайт рекламодателя. Вот пошло. Можете здесь ничего никуда не кликать. Вот пошел отсчет. Смотрите. В левом нижнем углу у нас идет отсчет. Секунд. Просто ждете. Когда отсчет пройдет, тут, по-моему, было 20 секунд. 3, 2, 1, 0, пуск.
И появляется такой совсем маленький примерчик. 3 плюс 1, сколько будет? Будет 8. Кликаем на 8. И мне написано, что я заработал эти самые 3,5 копейки. Эти 3,5 копейки моментально мне сюда переходят на счет. Чтение писем, в принципе, почти то же самое. Сейчас пока их нету здесь. Ну, здесь появляется тоже, прежде чем такой же сайт, ну, не такой же, ну, подобный сайт, на который надо перейти, и там будет отчет времени. Но прежде чем туда попасть, надо будет ответить там на один вопрос. Все очень просто. И, кстати, в чтении писем там чуть подороже. Там до 6-7 копеек. В общем, мелочи. Прохождение тестов. Если хотите, можете проходить тесты. Тут уже платят, вот, допустим, смотрите, 25 копеек, 33 копейки. Я не буду сейчас проходить тест, потому что... Сейчас вам покажу. Вот, пройти тест, перейти к выполнению теста. Здесь, значит, вам предлагают зайти на какой-нибудь сайт и ответить на несколько вопросов. Отвечая на эти вопросы, вы подтверждаете, что вы действительно просмотрели этот сайт, отправляете отчет, и вам тоже эти самые 25 копеек или сколько там, 30 копеек сразу перечисляются сюда. Вот. Но самый большой здесь заработок, конечно, это выполнение заданий. Выполнение заданий. Вот. Тут много всяких разных заданий. Очень много. Очень много заданий. Есть сложные, есть простые. Вот здесь что для удобства, здесь вот такая есть табличка. Вот по параметрам. Все задания, только новые, многоразовые, над которыми работаю, которые находятся на проверке. Вот. А еще есть по категориям. Сюда кликаем, вот, только регистрация, только клики, бонусы, социальные сети, YouTube, вот. Давайте перейдем в социальные сети, наверное, самые простые здесь задания, вот, и, ну, правда, оплата здесь от 25 копеек до 50 копеек, но задание очень легко выполнять, вот. Вот, смотрите, вступить в группу ВКонтакте, набираем. Просто написано «Вступить в группу» и ссылка есть. Все, больше ничего делать не надо. И 25 копеек вам за 3 секунды набежит. Начать выполнение задания. Нажимаем. Вот, появляется такая, значит, табличка. Сюда вы должны вставить отчет о том, что вы задание выполнили. Вот, а в отчете надо указать вот вашу страницу ВКонтакте. Значит, переходим на его... Он указал адрес своей группы ВКонтакте. Правая кнопочка мышки. Перейти по адресу. Переходим. Подписываемся. Раз, секунда. Открываем свою страницу. Копируем свой адрес. И вставляем ему в отчет. И отправляем отчет. Все, ребята, 25 копеек я заработал за 3 секунды. Правда, здесь есть один нюанс. Автор этого задания должен проверить, что я его не обманул, и подтвердить выполнение мною задания. Тогда его 25 копеек перейдут ко мне сюда на счет. Вот так очень просто, элементарно это все делается. И вот так вот сидишь, когда болеешь, делать нечего. И вот единственное, что я вам скажу, чтобы вас не заблокировали ВКонтакте, тут есть очень много заданий. Я не знаю, сейчас... ну вот здесь вступить в группу и поставить пару лайков. Это несложно, лайки можно ставить. Но если вас просят сделать репост, я вам не советую делать репост. Во-первых, такие задания тоже стоят не так дорого. А если вы будете делать очень много репостов, выполняя здесь эти задания, вот, смотрите, вступить в группу плюс сделать репост. Я такие задания не делаю, потому что, когда вы делаете слишком много репостов на своей странице ВКонтакте, а репосты здесь в основном идут рекламные, просто ВКонтакте вас могут на какое-то время заблокировать ваш аккаунт. Вот. Что еще здесь? Ну это у нас, значит, социальные сети. Еще мне нравится, здесь есть, значит, вот такой раздел «Отзыв и проголосовать». Вот. Голосовать. Вот на разных конкурсах, значит, кто больше наберет голосов, вот такие хитрецы выставляют свои, значит,
Ну, там, за фотографии голосуют, еще там за чего-то. Ну, в основном за фотографии. Выставляют свое участие свое в конкурсе вот сюда, на буксы, чтобы люди за них голосовали за деньги. Это, конечно, нечестно, но нам пофигу. Вот. Откроем вторую страницу, посмотрим. Может, я сейчас не найду ничего. А, тут еще отзывы можно написать. Это уже подороже. Подороже. Вот, смотрите, нажать я не робот и проголосовать без регистрации. 25 копеек. Давайте попробуем. Нажать я не робот, проголосовать за сервер. Займет максимум 10 секунд. А в отчете надо указать, сколько голосов было до и сколько после. Давайте попробуем. Начать выполнение задания. Я не робот. Сейчас голосов 166. Я не робот. Голосуем. Стало 167. Значит, ему в отчете так и пишем. 166 было, 167 стало. 25 копеечек мне на счет. Вот так вот сидишь, развлекаешься и зарабатываешь деньги. Вот. Но здесь, между прочим, можно зарабатывать и серьезные деньги, но для этого надо очень напрягаться. Я пока этим делом не занимаюсь. Ну как напрягаться? Во-первых, надо кое-что уметь. Надо уметь грамотно писать, грамотно выражать свои мысли. Вот смотрите, здесь есть такой, где он? Написать статью. А вот, написать статью. Здесь, видите, уже оплаты есть и серьезные. 25 рублей, 42 рубля. Тут предлагают работу для копирайтеров, переводчиков. Вот. Это серьезные работы. Так что, если у кого есть желание, вот даже за 70 рублей можно. Достойная и простая работа. И вы, мало того, что вы там зарегистрируетесь на этом, значит, ресурсе, и потом сможете там зарабатывать, если вы умеете писать статьи, вам за это еще, значит, вы, очевидно, там будете чьим-то рефералом, или как, ну, в общем, у вас там появится реферал, и он вам платит, значит, 70 рублей. Вот все, наверное, по SEO-спринту. Вот таким макаром я зарабатываю на SEO-спринте. Есть еще у меня один способ заработка. Наверное, я про него вам тоже расскажу. Это Cryptex. Cryptex – это, ребята, это майнинг. Майнинг, для которого я не использую ферму. Он много денег не дает. Это просто используется существующее ваше железо, ваш процессор и видеокарта. Вот. Видите, у меня здесь... Здесь, кстати, вывод 50 рублей минимум. Можно выводить на Kiwi кошелек. А вот то, что я вам перед этим говорил, рассказывал про SEO Sprint, там минимум вывод, это я забыл сказать, 5 рублей. Вот, смотрим настройки, значит, у меня используется процессор. Вот, проверка оборудования можно сделать. Профиль мой. Ну, тут тоже скачивайте, регистрируйтесь. Единственное, если вы захотите так вот майнить, ничего, тут в чем плюс вот этого способа заработка, здесь вам вообще ничего делать не надо. Оставляете включенный компьютер на ночь, и вам потихонечку копеечки капают. Чем мощнее у вас процессор и видеокарта, или, может быть, даже не одна видеокарта, тем больше вы денег заработаете. Вот, Cryptex, я пока выйду из него. И еще я не мог обойти стороной. Это вот очень популярный, значит, ресурс, называется Globus. Тут тоже ничего делать не надо, тут регистрируйтесь. И вам капают центы, потом будут доллары, за то, что вам показывают рекламу. Причем вот этот самый Globus, я вот вам советую, если кто хочет. Ну вот, я посмотрел, значит, рекламку какую-то, и мне за это там... Сюда вот центы потом набегут. Я вам советую установить этот самый Globus на смартфон. Так проще. Вы можете находиться не дома. Главное, чтобы у вас был доступ к интернету. Я вот на работе часто просматриваю эту рекламку. Просто вот даже открыл рекламу и тут же закрыл. И мне потихонечку центы набегают и набегают. Вот еще такой, значит, способ заработка. Тоже, наверное, его закрою.
И выйду. Выйду я из глобуса. У меня вот лежит смартфон мой, не знаю, вот, и сейчас я тут потихонечку тоже зарабатываю. Вот такие, ребята, дела. Что могу еще сказать? Могу сказать, что, да, еще раз повторю, я болею, никуда я, значит, в эти выходные из дома выходить не буду, влога у меня не будет, вместо него будет вот этот ролик. Все ссылки, по которым я вам, о том, что я вам сейчас показывал, я оставлю в описании. Признаюсь, честно, ребята, это мои будут реферальные ссылки. Вот, ну а что сделаешь? Вот. А влог следующий, ну, я надеюсь, я все-таки выздоровлю, в понедельник пойду на работу, и, значит, дальше все будет продолжаться как обычно. Будем мы играть с вами в самп, буду делать я влоги, все будет потом. А сейчас я буду, значит, болеть, наверное, буду даже соблюдать постельный режим, принимать лекарства и сидеть дома. Ну и потихонечку зарабатывать деньги, как я вам только что это показал. Все, ребята, на этом всем пока. До следующих встреч. Всем пока.